Всем привет, ребят. Такой вот видосик у нас нестандартный. Нашаманили и сразу же Огника, и сразу же Минотавра за один пак. Я думаю, вы помните этот аккаунт. Здесь мы ролили в свое время. Находится он в гильдии Сарказм. Вот так вот БГ в первые места. Босс 3, 21. Босс 5, 21, 30. Форте 20, 0-0. Прием 18+. Ну, это возраст, поэтому фотографии не шлите. Беседка в WhatsApp, связь на экране, думаю, вам видно. Кидайте заявочки, вступайте. Первые места, как видите, все логично. Так, Павел 23. 23 это, скорее всего, возраст, потому что гильдия 18+. Так. Ну что, поздравляю, у тебя два неплохих новых героя, мы сегодня их прокачаем, потрешуем. У нас задача качнуть вот такого вот Минотавра и такого вот Огника. И вы скажете, бля, нахрена Минотавру премка? Это самое идеальное для него на сегодня. Я уже показывал тесты. На урон собирать смысла нет. Качаете там восьмерку, девятку, и будет вам счастье. Вам его хватит с головой. А рунами вы можете поставить все, что хотите. В этом как бы и весь прикол. Так, окей. Поехали. Сразу же докачаем ему их. Так, надо 14 штук, чтобы уже не возвращаться. Так, здесь надо нам двадцаточку. И тут двадцаточку. Итого минус 40 кулаков. Минотавра, думаю, и так вы знаете, где применять, особо вам рассказывать не буду. На Огниках, кто не знает, они не скоро узнают, в принципе, как и Минотавра. Это такие донатные немножко герои, поэтому не заморачивайтесь на русском сервере над ними. Хотите их получить, идите на другой сервер, там оно все дешевле будет. Так, окей, вот так вот плюс две восьмерки сделали. Что у него делается по предметам? Тут, конечно, все печально, но я думаю, для него это не столь критично. Окей, поехали. И сразу же только опа, чик, и вот такой себе набор. У сардельки круче. Так, события. Блин, неудобно. Еще и битва гильдии идет. Это ужасно. Нам надо сделать сейчас эволюцию для того, чтобы можно было поставить чары. Также для того, чтобы можно было наролить созвездие, на котором мы потратим все накопленные самоцветы у него. Аккаунт спит. Так. Окей. Давай, давай, давай. Давай, качайся, родной, быстрей. Вот созвездие самое нелюбимое, наверное, для многих, потому что они самые печальные. Чары тоже, в принципе, печальные. То есть это та область, где реально очень сложно вытащить то, что тебе надо. Отлично. Не хватает. Так, подшаманили. Ужас, какой он плюшкин. Так, есть, войти. Где там наш Минотаврик? Так, есть, усовершенствовать. Отлично, эволюционировать. Ляшки есть, красавчик. Поздравляю, он теперь тебя умный, эволюции уже. Так. Землекрушитель.
Вот он. Снаряжение улучшить. Поехали. Надо сделать 20 уровень, тогда у нас откроются чары. Так, лументировать. Опять же, 20 камней надо купить. Сразу для двоих героев. 2 камешка. Так, аугментация первая есть. И что у нас упало, интересно? Блин, так вот это вот беготня надоедает. Пиромах, мега имба. Хорошо, с этим разобрались. Поехали, также огника сейчас сделаем. Один в один. И сразу же двух будем пробовать. Прокачать. Да не тебя качать я хочу, а вот его. Хорошо, когда у тебя куча книг и ты не паришься. Что же делать? Подсольем ему зеленый, нафига ему их столько, какое место занимают. Ну, смотрите, как отлично пошло. Огонь просто. Так, отлично. Войти. Так, вторая эволюция готова. Перейти. Получить рог дракона. Двадцатый аугментировать. Так, есть, есть, есть. Выбираем вот так. Аугментировать. Окей. Что у него выпало? Передача энергии. Отлично. Вот так вот сделали мы две эволюции сразу же. И теперь качаем созвездия. На чары у него есть коробочки, мы их откроем. Также у него есть коробки талантов, мы их тоже потом пооткрываем. Но изначально нам надо вырыть чары. Туда уклонение, сюда чары на урон. Точнее, созвездие. Ой, ой. Так, снаряжение, созвездие. Поехали. Начнем с Минотавра, потому что это как бы более... Так, крит урон, ну, в принципе, можно оставить. Немножко крита, крит урона, и будет песня. Опять крит урон. Можно, в принципе, и атаку ставить. Тоже как вариант. Ну, если он будет дальше его качать, то, я думаю, особо смысла нет. Тем более у него ремка. Я вам показывал, что сейчас даже бафы не нужны для того, чтобы Минотавр раздавал на битве гильдии. Так, атака оставляем. Крит тоже оставляем, чтобы критовал чаще. Ну, поехали по 450. То есть такой вариант не особо дорогой и, в принципе, вполне нормальный. Потому что собирать его там, ну, смысла нет с того, что вы там накачаете ему там чисто крита, либо там крит урона, либо той же атаки. Это не особо спасет, я вам скажу так.
Хватает там 1-2, лучше качнуть пятерки, там качнуть на силу. Так, жизнь нафиг не нужна. Просто с охником у нас будет сейчас роллинг уклонений. Вот там уклонения нужны. Ну, я смотрю, на русском сервере реально печально уклонения падают. Так, крит, удар, атака. Вот даже так я оставлю. Я не буду особо влаживаться в этого героя, потому что ему хватит его с головой. Вы видите, тут куча других героев есть непрокачанных. Так, а вот это будет интереснее. Вот лучше сюда вложиться. Так, атака не надо. Тут надо уклонение. Смотрите, как пятерки дает. Там не хотела так давать сразу. А вот тут надо ловить уклоны. И они очень печально падают. Второе уклонение. Это просто жесть, ребят. Четвертое. Я даже оставлять четвертое не хочу. Я надеюсь на то, что будет пятое. Неплохо. Давайте еще не вторые, пятые только давайте. Я опять надеюсь на пятерочку. Ну, не на такие пятерки. Я надеюсь на уклоны. В общем, вот таким вот темпом можно слить херву тучу самиков и ничего не вкачать толкового. Это уже доказано. Это очень печально. В нынешних реалиях. Я надеюсь, они что-то в этом поменяют. Либо дадут когда-то бесплатную попыточку. Четверка, не, нафиг. Такого героя нельзя ставить четверку. Тем более изначально. В конце еще ладно. Давай, рандом. Такс. Второе уклонение. Ну, я не знаю, у меня на английском сервере уже, наверное, половина пятерок была. Надо будет ради интереса как-то батл сделать. Русский против английского, против китайского. Тройка. Ну что такое? Дайте пятерку, блин. Что за подстава? Посмотрите, уклонения вообще не падают. Вот что это? Вот как это назвать? Мы сидим тут по 155 тыкаем. Просто ужасно, ребят. Смотришь на это все и печально становится. Четверки падают, пятерок нет. Вот пятерка 3 плюс 2. Четверка опять. Ну что такое-то? Опять пятерка 3 плюс 2. Они над нами издеваются просто. О, это оно. Грац. Такс, ну давай. Опять пятерку дали. Ну просто чисто троллят, что ли. Я даже не знаю. Шесть. Так, они издеваются, по-моему, надо мной. Это хуже всего, что еще вот эти вот задержки, когда выпадает у тебя пятерка. Вот, отлично. А когда такая выпадает, я не против. Давай, рандомчик. Ты должен. Надо еще хотя бы одну хорошую пятерочку. По-братски.
Три как-то не солидно, надо 5. Только не 5 крит, 5 уклонения, давай. Так, кому четверка это нужна? Так, надо подшаманить. Это ужасно, ребят. Это просто ужасно. Опять четверка. Ну что ты сделаешь, блин? Троллят просто. Нифига себе, атаки, точности. Ну нафига вы мне нужны сейчас? Мне нужно уклонение. Да не четверка, блин. Сука, издевается этот рандом уже. Просто тупо не дает. Ну посмотрите, ну. Что ты скажешь тут? Хочется уже одного толкового огника собрать. Нифига. Куча всякой хрени лезет. Интересно, когда уже начнут продавать уклонение? Себе только тыкнул, и у тебя сразу же все поставилось. Это ужасно. Это печально. Это полный пиздец. Какая нахрен четверка, вы чё? Я сказал 5. Вот я сказал 5 и сразу пришло 5, ребята. Лепите лайки. Ну чё, поехали по 450. Надо зарулить ему еще уклонение надо. Почему? Я думаю, вы знаете. Если не знаете, смотрите. У меня видосики по огникам. Так, крит точность. Нахрен. Нахрен. Нахрен вторую. Пятую надо. Просто изи, ребятушки, вот так вот. Ух, ну поехали, понеслась. Атака плюс 500, я думаю, оставлю. Пусть будет такая сборка и пусть радуются. Радуются счастью. Поехали обратно на Минотавра. Судьба. Сейчас подумаем, что-то тут подшаманить. Урон, крит, удар, атака. Я думаю, оставить так. Смысла дальше нету, прокачает потом 12-ку, ему хватит с головой. Он и так дурной будет. Так, ну у него есть еще с героев интересных. Ну, тут неплохо. Махатма. Лучше Махатме что-то подшаманит. Или он сам уже подшаманит. Я свою миссию выполнил. Поехали дальше. Поехали делать чары. В принципе, самики оставили, сэкономили. Поехали делать им чара. У нас есть коробочки. Он оставит на прокачку, будет качать. Так, окей. Поменять. Раскаленный доспех. Ну, это однозначно на огника пойдет. Однозначно. Так вот, сэкономили, ребятушки, мы сэкономили. Поехали теперь на Минотавра. Где-то. Миноха. А видите, у него немного, кстати, героев. Сразу так. Бум. Плюс 1. На Купидона поставим для силушки. Так, окей. Смотрим теперь внимательно героев. Тыковка. Однозначно меняем. Для архидемона. Поехали дальше.
это можно кому-то как допу поставить. Бум, пиромах. Так, пиромах. Так, тут такое, хорошо, стрелок. Я думаю, поменяю. На архидемона ему более интереснее будет, чем та фигня. Поехали дальше. Четыре, пять. Можно поменять на ПВП локации, будет получше. Ой, смотрите, как пиромаги падают. Тут фу, неплохо. Так, Седна, Рея, Пик, Оржей, Накрас, Рино. Я думаю, можно. Так, тут четверка, он ближнего боя на ведьму будет поменять. Так, это укрот. Душек, торгу. Ну, тут, кстати, не особо-то герои вкачаны на архе. Да, я поставлю на вот так. Просто жесть, где его душек. Это дерево, череп, гаргул. Давайте на гаргула. Тоже интересная тема, на архидемона некоторых зайдет. Так, на душика можно и так поставить. Блин, ну дай какую-то имбу уже, что ли. Дерево можно вот так сделать. 6. Так, малышник, хранитель есть. Руин с доспехом, стрелок, рену. Это пиздец, ребят. Посмотрите, что делается. Так. Очищение можно сюда поменять. Да блин, дай что-то нормальное уже. Что у нас? Махатма. Бугимен. Для Минотавра я даже не знаю. Посмотрите, на урон нифига не падает. Это вообще ужасно. О, хотя бы хоть что-то упало у нас на урон. Так вот, Джека. Ну, в принципе, можно на Купидону поставить. Может, где-то пригодится. Опять пиромах. Да что ты сделаешь-то, блин, а? Так, триант, череп. Даже фиг его знает, что делать. В принципе, так в основном проставляли неплохо. Я, наверное, оставлю. Может, кого-то под архи прокачаю. Там две коробки на Минотавра мы, в принципе, тоже выбили. То, что надо. Окей, поехали дальше трешивать. Коробочки, ребятушки. Давайте сундуки форта откроем. А вдруг повезет коробку вытащить. Угу, фиг там. Хорошо. Перейти. Итак, смотрим. Смотрим, что у него интересного есть по героям. И вдруг что-то интересное вытащим. Бум! Приговор. Ну, это можно сразу кому-то допу ставить. Допу, дупу. Не особо актуально будет. Ну, как бы актуально на некоторых. Так, let's go. Еще круче, еще лучше. Так, ну это можно просто сюда поставить для силушки. О, нифига себе, ремочка, поздравляю, это было эпично. Так, ремка, вот теперь вот вопрос,
На засыпку. Ребятушки, кому нам поставить ремку? Ну, наверное, я думаю, все-таки на ару поставим. Как вариант, давайте сейчас дойдем героя, посмотрим. Так, хрон, блин. Тут воодушка стоит. Наверное, на хрону. Все-таки на хрону поставлю. Не поставлю на ару, поставлю на хрону. Берс, шмерс. Давайте на Махатму поставим пока временно. Тыковка у него все равно топовая. Будет больше толку, наверное, чем от этого. Так, ну Су, думаю, сделаем так. Беспонтово все равно. Гнев. Аналогично. Ищем. Ниндзика для силы. Оу, есть! С вас, ребятушки. Лайкусики. Это делаем вот так вот. Однозначно так, почему я уже показывал не один раз. Даже не спрашивайте. И тут у нас Бехрлёва. Это интересная вещь. Кстати, можно было бы и Атланту ремочку поставить. Блин. Надо было, наверное, Атланту поставить ремку. Пропустил этот момент. Так, бог войны. Так, ну тут вопрос. Прокачанный бог войны. Ой, блин, Лазуля, твою мать. Хотя, в принципе, лучше туда, я думаю, ремка у него есть. Как же так, я завтыкал, что у него есть Лазуля. Офигеть. Блин, и у него ремок нету, что ли? Это печально, ребят. Ну, надеюсь, он меня поймет и простит. Блин, так обидно, что-то я провтыкал его Лазулю. Мы же ему Лазулю вытащили. Или он сам вытащил, или мы вытащили. Обидно. Сколько у него БВшек тут, офигеть. Эх, блин. Ха-ха, да, блядь. Батька ролит. На нахуй. Вот так вот. Вот так вот, ребята, делается контент. С вас лайки. Последнее, это просто жесть. Это просто пиздец. Вот так вот, ребят, сделали аккаунт по красоте. Думаю, пишите комменты, кто досмотрел. Лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.